Всем привет. Работа сейчас пошла такая однообразная. Ну, сгоны на батареях меняем. Но с разными слесарями. Вот, типа как такой негласный конкурс, они не будут знать слесаря про то, что я вам говорю. Значит, можете оценивать, кто как из них работает. В общем, ну, посмотрим. В общем, поехали. Смотрим. Такой негласный конкурс. Поехали. Сейчас надо куда-то привесить. Тут можно было, блядь, перегрузить, а надо. Давид! Иди что? Уходил. Да. Дай-ка нам с радостью варил. Чё? Да я спускну. Спускни. А то сейчас будет капать и нальется полный. Остатки былой роскоши. Дишмашинку, бля, сдали, жалко. Видак. Вот это надо забрать. Че? Забрать вот эту надо. Нахуй нажать. Надо. Надо было. Ах ты, откуда знал? Там самогона банка стоит. Да. Ты тут были, с тех металлом сдали, тут был, две штуки, по-моему. На швейной машинке. Я туда верно нагибал. Вообще нихуя, ага. Ходят на машинке, там одна осталась машинка за углом. Thank you.
Да. Ну, успели. Соломки. Крупоружка. Нифига себе. Вольтметр. Трансформатор. Да тут еще можно ключо набрать. Вот это точильный камень, блин. Вот это да. Да, швейных машинок. Ку-ку. Но напряженьки. Почему два раза проходил, потому что труба не греется, чтобы на холодную не приляпать.
если что. Туда мы хомутик потом вкатим. Сюда. Педрок. Выйти. А тут разве? Иди. Надо откидать. Должен не использовать, не использовать. Что же тут хуярим, да?
Как это делать? Охота. Тур, воздух. Да, забирать, блядь. Это другие можно, да. Днепропетровская ВАЗа, блядь. Директор ВАЗа, спецкоза, нахуй. Днепропетровская.